Ну и надо еще тогда пойти. Ну, как бы представить, здесь тренерский состав непосредственно, который работает с детьми и с молодежью у нас, это только тренера. Здесь афиша, все значимые мероприятия, которые мы с телевидением сделаны на территории Красногорска. У нас три раза в год идет проверка школьных дневников, я проверяю, все 200 человек. И не обязан сдать теоретически за всю такую историю. Первая четверть – это День народного единства, вторая – это герои нашего времени, а третья, как правило, мы Великую Отечественную войну разбираем. Для протокола, чему нас учат семья и школа? Если я не сдам этот зачет? Вы на тренировке не будете допущены. Но если вот именно вы не сдадите, то я как бы… Договоримся. Я вас допущу. Отлично. Здесь концерты нашей музыкальной группы по региону. Мы в стиле хитков поем про спорт, патриотизм и здоровый образ жизни, непосредственно про нашу программу. Ну, я смотрел. Там мужскую раздевалку у нас. Везде музыка играет. Вот мы здесь тоже. Вот Саша Загорский приезжал, Харатян периодически к нам приходил. Это самое наше начало. Мы начинали в 5-й гимназии, расстилали ковер, потом его собирали. Раз в год они мне сдают зачеты по физо, это технике рук, много борьбы и общефизические упражнения. Это рейтинг, каждый год делается. Это наши кубки, награды, подарки все, которые нам привезли. Здесь родители сидят и смотрят прямой эфир, как происходит тренировка. Здесь наши чемпионы, мы здесь не обновляли, у нас Виолетта уже победительница первенства России. Сергей Вакимян, он у нас победитель первенства Европы и как чемпион России. Пойдемте туда вниз. Все, получается, делается на красную стену. Все стараемся со своими руками. Здравствуйте, привет. Да, нравится Дмитрий? Да. Да? Ведь давно? 5 лет. Ну, помещение-то хорошее. Свет, вентиляция. Да? Ну, это вот все своими силами. Мы туда заехали, тут ДК «Салют» был. Ну и тоже вот открыли 2,5 года назад тренажерный зал.